минувший понедельник, 17 января, в Доме правительства состоялась традиционная очередная оперативка, оперативное совещание правительства Республики Башкортостан. Во вступительном слове Ради Фаритович вел себя странно и тревожно. Во-первых, он поздравил главного раввина Башкортостана Дана Кричевского, упомянув, что 14 января Дан Кричевский, как выразился Ради Фаритович, традиционно отметил свой день рождения. Честно говоря, я в тревоге за уважаемого раввина, потому что традиция – это вещь не всегда стабильная. Вдруг она прервется, и у Дана прекратится день рождения. Странная формулировка. Ну да ладно. Хабиров очень мрачно сообщил об увольнении главы района Гайсы Янбаева, того самого, фамилию которого мы перепутали в предыдущем выпуске. Напомню, что Гайса Янбаев был уволен со своего поста ввиду того, что вступил в законную силу приговор, согласно которому он теперь мошенник, который намошенничал на 29 миллионов бюджетных рублей, за что получил всего лишь 3 годика условно. Хабиров реально был опечален, это было видно по его лицу. Позже стало известно о том, что он звонил господину Янбаеву и всячески его ободрял и поддерживал, но тут поведение Ради Фаритовича очевидным образом можно расценивать как безнравственное, потому что он как государственный деятель не вправе поддерживать уже окончательно преступника Янбаева. Решение суда окончательно ей обжалованию не подлежит. Потому мы теперь делаем вывод, что не всякий мошенник вызывает порицание у Хабирова. Вот такие вот Янбаевы, которые попятили по 29 миллионов из бюджета республики, не вызывают возмущения у Ради Фаритовича. Он их поддерживает и всячески им помогает. Судя по всему, Хабиров не оставит безучастным судьбу Гайсы Янбаева. И несмотря на то, что тот прикарманил 29 миллионов бюджетных рублей, будет еще и помогать ему. Вот такая вот интересная коллизия. Далее Хабиров без объявления войны объявил войну нелегальным сборщикам металлолома. Причем черного металлолома. Был показан в эфире оперативки ролик БСТ, который быстренько сняли к этому событию. Ролик этот показывал, как ужасно и незаконно собирают металлолом в Башкирии. Собственно, так было всегда. Непонятно, почему Ради Фаритович вдруг обратил на это внимание. Он с удивлением и каким-то восторгом сообщил, что аж целых 250 нелегальных точек существует, значит, в обозримом пространстве, и потому он, Ради Фаритович, намерен взять под контроль этот незаконный бизнес. Тут же Ради Фаритович поручил правительству создать некую неформальную группу по расследованию, разбору вот этого вот сбора металлолома. Ну, Ради Фаритович, чего ж вы так прямо откровенно неформальную? Давайте хотя бы формальную, может быть, группа расскажет там о своей деятельности, о результатах ее. А то неформальная, это значит просто взять и перераспределить потоки тех нелегальных доходов, которые, собственно, извлекаются из этого сбора металлолома. Ну, вообще, конечно, сшито было все белыми нитками. И ощущение того, что наши правители уже хватаются за все, что попало, всеядное, и готовы участвовать в любых легальных и нелегальных финансовых процессах, становится все более и более явным. Далее Хабиров перешел к ковидной теме. Дословно заговорил Ради Фаритович следующими словами. «В мире сокрушительное развитие инфекции. Штамм омикрона в РБ уже есть. Ограничительные меры мы все сохраняем, QR-коды все в действии. Переносим все массовые мероприятия и спортивные соревнования, запрещаем собрание трудовых коллективов более 30 человек. Все переносим на 2 месяца, как говорит Ради Фаритович, вправо, а оперативки будем проводить онлайн». Хабиров упомянул о том, что один из его коллег, не назвав фамилию, возможно, уже инфицированным омикроном и будет докладывать онлайн. Также Хабиров повелел своим подчиненным ограничить приемы граждан, сообщил, что прогноз Роспотребнадзора, простите, очень негативный по Республике Башкортостан, и Хабиров в своей стилистике предложил, как говорится, такие прикладные меры. В частности, воздействие на почему-то глав, которые, по его мнению, бродят по коридорам Белого дома без масок. Хабиров утвердил следующий порядок. Вот для этих вот шалтай-болтай глав, которые ходят по коридорам Белого дома без масок. Первый раз без маски попался – предупреждение. Второй раз
Выговор, а третий раз увольнение. Грозно, сообщил Ради Фаритович, сидя без маски на совещании перед своими подчиненными. Вот этот момент особенно подметили СМИ республики и как-то вот стали обсуждать. Хотя мы уже привыкли к тому, что Хабиров это исключение. Все должны ходить в масках, он может ходить без маски. Ну, да, приходит на ум эта римская поговорка о том, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Но, честно говоря, Юпитер у нас так себе, быков не видно, потому личный пример руководителя республики все-таки важен. Глядя на него, его мелкие подчиненные, да и крупные тоже, ведут себя соответственным образом. Ну, как только Ради Фаритович отвернется, они тут же начинают играть в Ради Фаритовича. В общем, конечно, все это звенья одной цепи. Вряд ли вот все будет так, как сказал Хабиров, но звучало очень грозно. Традиционно напоминаем вам о необходимости ставить лайки под нашим видео, если оно вам понравилось. Также, пожалуйста, подпишитесь на канал, те, кто на него не подписан. По статистике, более 40% наших зрителей не подписаны на канал. Это странно. При том, что это регулярные зрители. Просто нажмите кнопочку, и если вы нажмете еще и колокольчик, то вам будут приходить уведомления о том, что вышло новое видео. Мы обещаем вам не надоедать частыми колокольчиками. 3 или 4 выпуска в неделю, так что ставьте лайки, подписывайтесь, становитесь спонсорами канала. Первый вопрос оперативного совещания, согласно повестке, был, конечно же, о COVID-19. Максим Васильевич Забелин, все еще министр здравоохранения, сообщил нам о том, что в сумме всего нарастающим итогом в Башкирии 125 600 человек заболело COVID-19, прирост за сутки составил 240 человек. Коечный фонд на данный момент составляет 1645 коек, из которых 36% свободны. Помним, да, что в самом пике у нас было аж 8000 коек ковидных. По поводу вакцинации Максим Васильевич сообщил, что 90% подлежащих вакцинированию у нас уже вакцинировано первым компонентом, это 2 254 000 человек, и 85% из тех, кто вакцинирован, 2 128 000 человек, получили уже оба компонента вакцины. То есть на данный момент у нас вакцинировано 68% взрослого населения Республики Башкортостан. Это очень важная цифра, давайте ее запомним, потому что она нам понадобится впоследствии. Ревакцинировано же только 25% от числа вакцинированных. 392 тысячи человек. Это, конечно, говорит о том, что мало того, что в вакцинацию не очень-то верили, но в ревакцинацию не верят, похоже, что совсем. 60% взрослого населения, по словам Забелина, вакцинировано от гриппа, что тоже довольно-таки высокий показатель. Вообще последние времена, вот эти последние 2 года, проходят под знаком вакцинации от чего-нибудь, да, от ковида, от гриппа, еще от чего-нибудь. В рамках того же вопроса дали слово Анне Андреевне Казак, которая сообщила нам, что в последнюю неделю на 75% возросла госпитализация по гриппу, на 153% превышен эпидемиологический порог по гриппу в республике, ну, что на самом деле тревожно, потому что грипп традиционно косит у нас народ, и, кстати говоря, есть и летальность определенная от гриппа. Также Анна Андреевна сообщила нам, что уже 8 случаев омикрон зафиксировано в республике Башкортостан, и в основном это люди, прилетевшие из-за рубежа, 5 человек из Стамбула, 2 из Танзании в частности. Кто был 8-м заболевшим, нам не сообщили. Всему бедой и проблемой Анна Андреевна полагает самолет, который прибыл 31 декабря из Стамбула. Все пассажиры, все 145 человек были взяты на контроль. Им было вменено в обязанность быть в изоляции, причем Анна Андреевна посетовала, что 15 человек не заполнили анкеты, 40 человек не сдали ПЦР, а 8 человек не соблюдали этот самый карантин демонстративно и злостно.
Анна Андреевна напомнила о том, что существует некая ответственность в рамках административного кодекса за вот подобное поведение. Ну, взять на контроль один самолет, это, конечно, здорово, но, на мой взгляд, недостаточно. Потому, наверное, омикрон нам обеспечен. И в связи с этим Анна Андреевна нам сообщила, что как только будет взрывной рост заболеваемости, мы потребуем ужесточить антиковидные меры. Вот тут у меня сразу вопрос, причем такой очень адресный. Анна Андреевна, Максим Васильевич, ну и вы, Ради Фаритович, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Мы вас правильно поняли, что вот этот ваш спутник никак не властен над омикроном, и вот вся эта катавасия с запретами, госпиталями, QR-кодами, вакцинацией, все это пошло по новому кругу, и те, кто привиты спутником ВИ, они никак не гарантированы от заражения омикроном. Сообщите, пожалуйста, нам эту информацию, так это или не так, потому что двойственность ситуации такова, что люди, которые привили сейчас спутником ВИ, если вы им предложите привиться какой-нибудь новоизобретенной каким-нибудь Гинзбургом, каким-нибудь там вакциной имени какой-нибудь Победы, да, то они вам точно не поверят. То есть вы и так еле-еле поганой метлой загнали людей в вакцинацию, там, ну, по крайней мере, по отчетам Забелина уже вот как 68% взрослого населения вы туда затолкали. А когда вы им предложите еще чем-то кольнуться, вот тут, пожалуй, что могут быть проблемы. Так что сформулируйте, пожалуйста, внятно, омикрон, спутник ВИ и штамм Дельта каким образом соотносятся между собой и как друг на друга влияют? Вторым вопросом традиционно шел вопрос о ситуации в ЖКХ на дорогах и ЧС. Докладчицей по вопросу ЖКХ была Ирина Александровна Голованова, заместитель Марзаева. Почему Марзаева не допустили до доклада в этот раз на оперативке? Это, конечно, вопрос такой открытый. Есть предположение, что, конечно, ему крупно влетело за предыдущий доклад, которым он развенчал ситуацию в мэрии Уфы. С другой стороны, собственно, этот доклад был очень на руку Ради Фаритовичу, который спит и видит, как бы Грекова с своей должности убрать. Упомянутый Греков, кстати говоря, тоже находился в зале. Он должен был выступать с докладом о ситуации в Уфе по уборке снега и почему-то не выступал. Это тоже вызвало вопросы журналистов и просвещенной части зрителей. Грекову не дают слова, судя по всему, опасаясь шквала критики, который обрушится и на Хабирова теперь в связи с близостью Грекову хотя бы вот такой вот геометрической. Но, в общем, Грекову не дали слова. А Ирина Александровна рассказала нам, ну, как обычно рассказала нам, о том, что аварийных отключений с существенными перебоями поставки коммунальных услуг не допущено. Ну, кроме Белорецка, где было отключение отопления аж на целых 7 часов опять. Помните, да, вот эту историю с белорецким главой Белорецкого района Андреем Иванютой, который сообщил нам, что в таком катастрофическом положении находится инфраструктура города, что некуда ставить заплатки на трубы. Когда их раскапывают, они взрываются полностью. То есть трубы уже, судя по всему, держатся только на земле, которая вокруг них вот есть, которая их обжимает, да. Значит, ну, далее Ирина Александровна рассказала нам, что на уборку населенных пунктов от снега мобилизовано аж 1996 единиц техники. Расшифровать термин «мобилизовано» Ирина Александровна не смогла, однако уточнила, что в Уфе действовало 538 единиц техники вот на уборке снега, а также было мобилизовано 3196 человек на уборку снега, в Уфе, соответственно, 1122. Помним, да, что только для обслуживания дорожного хозяйства в Уфе необходимо 7000 человек, согласно нормативам Росавтодора. А они тут мобилизовали 1122. Ну, я не готов крикнуть «Ура!» и бросить в воздух чепчик, но продолжим. Ирина Александровна сообщила нам с дрожью в голосе, даже с каким-то восторгом, что 15 января в Уфе был проведен добровольно-принудительный субботник по уборке снега и было привлечено аж 837 единиц техники. Самыми активными уборщиками снега оказались учителя и продавцы магазинов, по словам мадам Головановой.
Странно. Судя по всему, чиновники администрации районов и города все-таки предпочли горные лыжи, потому что 15 января, это была суббота, и ну, как-то не здорово было махать лопатой, действительно, надо было покататься на лыжах, благо, что снега много. У меня в связи с этим вопрос. Как смогли мобилизовать свыше 800 единиц техники в Уфе, при том, что в самый пик снегопадов после Нового года удалось мобилизовать, беру это слово в кавычки, только 190 единиц техники? Второй вопрос. Почему тогда не смогли мобилизовать эти 800 единиц техники? И третий вопрос. Почему результат уборки снега такой же от 800 единиц техники, что от 190? На мой взгляд, это все очковтирательство, вранье и попытка опять хоть как-нибудь уйти от ответственности со стороны нашей ужасной, самой ужасной в истории Уфы мэрии города. Третьим докладом оперативного совещания был доклад министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова о развитии пищевой и перерабатывающей промышленности в Республике Башкортостан. Фазрахманов сделал какой-то аморфный, неопределенный доклад. Было очевидно, что ну, хвастаться ему точно нечем. Валить из года в год все свои проблемы на засуху, дожди, ветер, снег там и прочие неприятности уже становится неприличным, потому надо что-нибудь такое непонятное, невнятное мемлить. Трудно было что-то выудить из его доклада, он постоянно путался в показаниях, что-то там переходил с одного на другое, но все-таки кое-что я выудил из этого текста, и чтобы вы не мучились, я немножко резюмирую, что мы поняли из доклада Ильшата Ильдусовича. Мы поняли, что перерабатывающая промышленность в области переработки сельхозпродукции в Республике Башкортостан находится на недопустимо низком уровне и составляет менее 5% от всего промышленного производства в республике. Это при том, что Башкортостан один из крупнейших аграрных регионов. Вот иметь такую переработку, это, конечно, позор. Собственно, Ильшат Ильдусович уже много лет руководит отраслью, и вот эти 5% смело можно ему заносить на грудь в качестве результатов его работы. Мы поняли, что несмотря на то, что ведомство Фазрахманова неизменно, регулярно получает все возрастающие суммы субсидий, и это несколько сотен миллионов рублей ежегодно, субсидии и дотации распределяются таким очень непрозрачным способом Фазрахманова между дружественными кооперативами и всевозможными сообществами сельхозпроизводителей. Так вот, в результате всех вот этих вот, ну, почти полумиллиардных субсидий Фазрахманов в итоге выдает в год 4-5 новых мелких производителя конечной продукции из сельхозсырья. Это недопустимо низкий уровень, конечно, результативности. То есть, вот, ну, условно говоря, в каждое мелкое предприятие, по сути, вкладывается там около 100 миллионов бюджетных рублей. На выходе мы получаем какую-то, значит, там, пекарню, которая печет булочки там, из двух печек. Очень странный результат. KPI тут, конечно, такой, прямо скажем, весьма сомнительный. Но Ради Фаритович, в общем-то, ничего же не считает, ничего не проверяет. Вот ему там Фазрахманов какие-то миллионы, миллиарды наплел, да и ладно. Ну и еще мы поняли, что господин Фазрахманов основное свое внимание уделяет, конечно, любимому семейному занятию. Это производство сахара и подсолнечного масла. Вот эти отрасли процветают. Это то, что традиционно семья Фазрахмановых эксплуатировала в Республике Башкортостан. Папаша господина Фазрахманова прошел славный путь многократного банкротства одного и того же завода. В общем, семейка работает, не покладая рук. Вот здесь упрекнуть Ильшата Ильдусовича точно не в чем. Четвертым докладом оперативного совещания был доклад министра торговли и услуг Гусева Алексея Николаевича о направлениях развития Башкирского республиканского союза потребительских обществ. Отмечу, что Алексей Николаевич в день своего доклада был еще и юбиляром, ему исполнилось 40 лет, в связи с чем Хабиров пошутил, что выступление на оперативном совещании правительства – это его подарок
господину Гусеву. Ну, нифига себе подарок. Тем не менее, по сути, Алексей Николаевич делал очень важный доклад, потому что доложил он своему начальству о том, что не прошло и 3 года, как он, Алексей Гусев, готов к захвату Башпотребсоюза, взятие под контроль 600 магазинов этого союза, 4 крупных оптовых баз, 170 производств продуктов питания и 1200 объектов недвижимости, входящих в структуру Башпотребсоюза. Как известно, команда Хабирова, а Гусев плоть от плоти, это привезенный из Красногорска специалист, команда Хабирова давно и как-то вот безнадежно проявляла интерес к Башпотребсоюзу, а вернее к тем денежным потокам и к недвижимости, которая привязана к этому союзу. Это все не давало покоя Хабирову и его команде. Вот, наконец, план созрел. Планы у Гусева наполеоновские. По крайней мере, то, что он оглашает, звучит грандиозно. Это удвоить оборот торговли Башпотребсоюза. Это построить 6 логистических центров. Довести количество магазинов Башпотребсоюза, ну там, за ближайшие 6-7 лет, до 1000 штук. Однако господин Гусев стыдливо умолчал о том, из каких средств произойдет все вот это великолепие. Ну и, конечно же, Башспирт. Господин Гусев сообщил о том, что он планирует глубочайшую коллаборацию Башспирта и Башпотребсоюза, и все магазины Башпотребсоюза будут торговать ассортиментом продукции Башспирта и наоборот. Все магазины Башспирта будут торговать продукцией Башпотребсоюза, и наступит нам тут, как говорит Ради Фаритович, царствие небесное. Ну, честно говоря, специалисты оценивают вот эти планы весьма скептически. Справедливости ради надо отметить, что сам Башпотребсоюз в последнее время опускался все ниже и ниже по уровню, ну, и обслуживания, и эффективности. Распри, дележ имущества и всевозможные, значит, несчастья, которые постигали этот Башпотребсоюз, раздирали на части это предприятие. Очень тревожно то, что господин Гусев планирует все сделать по белорусской модели. Но на самом деле, скорее всего, все ограничится грабежами и конфискациями. В конечном итоге они окончательно добьют всю эту систему потребительской кооперации. Все вот эти вот высокопарные истории на тему, как Райффайзенбанк был в свое время сельхозкооперативом, и вот во что он превратился, посмотрите, мы сделаем то же самое, в устах господина Гусева звучат, конечно, весьма смехотворно. Повторюсь, вероятнее всего, они просто займутся грабежами и конфискациями. Видимо, памятуя о грандиозном провале с арифметикой на предыдущей оперативке, в этот раз на арену цирка опять выпустили министра цифрового развития государственного управления господина Разумикина. Сообщил нам он доклад о развитии инфраструктуры связи в Республике Башкортостан. Геннадий Валентинович рассказал нам о неимоверных успехах по развитию связи, к которым, собственно, сам он, конечно, никакого отношения не имеет. Здесь все Ростелеком, здесь все сотовые операторы, а Геннадий Валентинович бегает вокруг этого всего с ручкой и фиксирует успехи. Собственно, о чем идет речь. С 2019 по 2021 год в Республике Башкортостан к широкополосному интернету было подключено 3086 объектов. Имеются в виду социальные объекты, это фельдшерские и акушерские пункты, школы, администрации районов, пожарные части, объекты культуры и прочее-прочее полезное. Все это было подключено за федеральные деньги. Повторюсь, Геннадий Валентинович здесь никакого отношения к этому не имеет. К 1 сентября 2021 года, по словам господина Разумикина, все, без исключения школы Республики Башкортостан, были подключены к широкополосному интернету. Причем скорость подключения в сельской местности составила 50 мегабит в секунду, а в городах 100 мегабит в секунду. Вот это заявление господина Разумикина хотелось бы внимательно проверить. Я знаю, что нас смотрит много жителей не только Уфы, но и отдаленных районов республики. Вот расскажите нам, как обстоят дела в сельских школах. Мне очень интересно, есть там 50 мегабит в секунду в школе интернет или нет. А самое главное, что господин Разумикин утверждает, что все, без исключения школы, подключены к широкополосному интернету. Также господин Разумикин сообщил нам и о том, что в республике идет работа по расширению охвата сотовой связью. И вот у него в планах
провести эту сотовую связь в 1598 населенных пунктов Республики Башкортостан. Очень смешно было смотреть, как сам Разумикин испугался. Испугался он испугать дорогого Радия Фаритовича вот этой вот нехорошей статистикой. Ну, 1598 населенных пунктов без сотовой связи в 21 веке, это, конечно, не очень симпатично выглядит. Тут же Разумикин стал оправдываться и говорить, что он эту статистику подправит, что на самом деле этого будет всего меньше. А в конечном итоге сообщил, что вообще-то к сотовой связи в 2022 году подключат только 130 населенных пунктов. Ну, в общем, вот, ну, в этот раз Геннадий Валентинович обошелся без арифметики. Складывать цифры не пришлось, потому тут мы не пытаемся поставить ему очередную двойку, но попытаемся проверить. Вот особенно про интернет в школах мы обязательно узнаем, во всех ли школах есть интернет, как заявляет наш министр цифровизации. Шестой завершающий вопрос оперативного совещания был о земле. Выпущенная на арену цирка мадам Полянская уже не припомню в который раз рассказала одно и то же про успехи своего ведомства, о том, что 32 тысячи электронных обращений пришло к ней в год. На самом деле не так уж и много, на самом деле, если честно говоря. Вот поделив 32 тысячи на 365 дней и прикинув это все на целое министерство, это не так уж и много. Ну да ладно. В общем-то, прогордившись в очередной раз одним и тем же, мадам Полянская сделала такой не очень понятный доклад. В основном из этого всего можно сделать вывод о том, что у нее очень мало контрольных функций, очень мало проверок, и при этом растет количество нарушений, особенно в части использования, целевого использования земель. Мадам Полянская планирует всех наказывать, контролировать, отнимать и не пущать. Специалисты, вот настоящие специалисты, с которыми я контактирую на эту тему, конечно, ну, помимо того, что они открыто смеются над вот этой вот барышней, которая играет в министра, но тут они довольно тревожную вещь сказали, оценивая вот ее намерения, в том смысле, что есть представление о том, что либо министерство и вообще государство погрязнет в судах и не справится с этим валом проблем, либо на самом деле ничего не будет делаться. А вообще у меня было ощущение того, что мадам Полянскую в этот раз выпустили на сцену вовсе не для того, чтобы она сделала важный и полезный доклад, а как бы для задания темы. Потому что далее слово взял Хабиров, и вот он был очень конкретен и практичен. Значит, сходу в карьер Хабиров дал поручение Алексею Касьянову создать некую комиссию, рабочую группу, группировку, я не знаю, там, или банду, по расследованию деяний бывшего главы Иглинского района господина Исхакова. В частности, Хабиров заявил, что глава района получил в аренду 2500 гектаров земель этого района, а также 1000 гектаров вообще заполучил в собственность. Что бывший глава района, господин Исхаков, всячески препятствует деятельности нынешнего главы района госпожи Насыровой. Хабиров распалился и сказал дословно: «В районе не должно быть два короля. Никто не должен влиять на назначенную нами администрацию». Конец цитаты. Далее Хабиров, придя в неистовство, заявил: «Если мы видим противозаконное воспрепятствование деятельности главы муниципалитета, ну, естественно, Иглино, выжигать это все каленым железом». Это был совет господину Кильсенбаеву. Далее Хабиров бросил камень в спину Хамитову, сообщив, что все это вопросы к предыдущему руководителю республики. При мне такого не повторится. Слово «повторится» на самом деле было абсолютно верным. Дело в том, что слушать вот эти вот тирады, гневные тирады в адрес бывшего главы Иглинского района Исхакова, слушать их было по меньшей мере смешно. Дело в том, что все свои вот эти несметные земельные богатства господин Исхаков приобрел в период с 2005 по 2010 год. Ровно тогда, когда вы, Радий Фаритович,
были главой администрации президента Республики Башкортостан. Это вы или проворонили, или, боюсь даже предположить, способствовали завладению вот этими землями господином Исхаковым. Ради Фаридович, в данный момент вы очевидная унтер-офицерская вдова, которая сечет сама себя. Хамитов-то, в общем-то, наоборот, здраво рассудил, что бороться с господином Исхаковым ему себе дороже, и тихонечко отошел в сторону. Правда, требовал без конца навести порядок в Иглинском районе. Посмотрим, что теперь получится у Хабирова. По зубам ли ему Исхаков? Возможно, что господин Исхаков обладает некой информацией о деятельности господина Хабирова в период 2005-2010 годов. А вот именно эта информация самая токсичная и самая вредоносная для репутации Хабирова. Так что будет интересно. Мне кажется, что Исхаков не сдастся без боя, что все вот эти вот пугалки там, о создании комиссии Касьянова там, и прочие топание ногами и брыжение слюной, это его не сильно испугает. Мужчина он бывалый, и вот посмотрим на это противостояние. А то, что в Иглинском районе действительно кризис с землей, это факт. Потому что, ну вот, я знаю это на примере приюта для собак, который безрезультатно пытаются организовать активисты в Иглинском районе. Много раз мне говорили о том, что госпожа Насырова отказывает в выделении земли НКО, которому, ну, в общем-то, она обязана предоставить земельный участок, но вот так получается, что она не предоставляет, ссылаясь на то, что земли в районе нет. Ну, возможно, что эта земля вся действительно находится во владении Исхакова, и несчастная Насырова не владеет и не распоряжается ничем. В общем, впереди у нас интересная интрига, будем ее наблюдать, будем обязательно комментировать. Если у кого-то есть попутная информация по поводу обстоятельств работы и жизнедеятельности господина Исхакова в районе, мы готовы ее послушать, готовы с этим поработать.